Да, конечно, тупит у нас YouTube, тупит у нас. Так, ну что, друзья, приветствую вас. Начинаем вебинар. Перископию я уже включился некоторое время назад. Так, Андрей, как слышно? Отлично, все. Вот я прям уже говорил, что я только с поезда прям вот захожу на ходу, одевал костюм, садился даже, видите, Алексей попросил, говорю, давай начинай. Он говорит, ну поставим ролики. И, соответственно, это и есть как начало. Поэтому, друзья, я могу сказать, что я вот смотрел сейчас эти ролики, и, соответственно, ощущение, чувство, которое вызывает, я их уже много раз смотрел и показывал в Италии сейчас на конференции. Это, друзья, конечно, я могу сказать, вызывает чувство вот такой искренней гордости, друзья, что мы это сделали, мы до этого дошли, мы это показываем, мы вышли на контракты, и можно немножко вздохнуть и выдохнуть. И действительно, это наша с вами колоссальнейшая работа, за то, что мы проделали за 3,5 года. Впереди, друзья, еще очень много интересного, очень много что важного будет все, но тот этап, который сейчас пройден, он, конечно, очень серьезный. И вот сейчас я когда просто, ну, друзья, мы с Алексеем сегодня будем с последними эмоциями делиться, потому что я вот только, я говорю, с самолета, с поезда. Вчера был в Минске, там, потом перед этим в Вильнюсе. Вот, прилетел позавчера из Венеции. Вот, соответственно, работа проведена очень большая, сейчас будет как некий такой отчет. Вот. А вот ролики, которые сейчас вы видите с Индии, и Анатолий еще не вернулся, он только, по-моему, завтра прилетают они с Виктором из Индии, то есть там еще, вот он вчера звонил, еще переговоры, 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 вот, связанные с именно уже с губернаторами, с крупным бизнесом, там еще ряд встреч, которые произошли для нас знаковые, тоже покажем. Вот, ну это, друзья, давайте чуть позже, а сейчас давайте, как традиционно, что надо, сегодня 17 мая, друзья, среда, значит, традиционный технико-экономический вебинар, который ведем мы, я Сибиряков Сергей и Суходоев Алексей, директора, соответственно, так, Андрей, я права включил, сейчас начнут хулиганить, да? А, все включены права, отлично. Потому что на прошлый вебинар я вам могу сказать, так уже без гордости лишней могу заявить о том, что была реальная атака, хакерская атака. Ее готовило там несколько очень серьезных групп, и пришлось очень серьезно поработать, чтобы не сорвать и не это самое. То есть это уже целенаправленная работа. Вот. Причем она шла в увязке, друзья, что с атакой была такого информационного плана в Индии. То есть и вышел ряд статей, и пытались там сделать ряд провокаций. То есть это, друзья, уже выходит на серьезный международный уровень, и это тоже показатель нашей работы. Ну вот, друзья, сегодня 17 мая, среда. Мы, как вы видите, по своей традиции не нарушаем и прошлую среду, когда проводили конференцию в Братиславе, дневной вебинар мы все-таки не провели, потому что я был в это время на конференции, где присутствовал мэр Братислава, министр транспорта Словакии, глава парламента. Вот. И вечерний вебинар Алексей включиться не смог из Индии, вот, а мы объединили его с Unisky вебинаром, то есть для наших европейских друзей. И в 21 час, помните, это самое проводили. Сегодня мы в штатном режиме, Алексей у себя в Челябинске, я у себя под Москвой. Вот, соответственно, мы работаем в обычном режиме. Следующая среда также будет в таком режиме штатном. Ну, если ничего не произойдет и не придется срочно, там может случиться так, выехать в Минск. Вот. А потом, уже начиная с 1 июня, у меня и у Алексея абсолютно разъездные дни. Будем дальше с вами подстраиваться, смотреть, когда будем проводить, какие возможности будут, потому что ни июнь, ни июль фактически я на месте уже не буду, будут только выездные, идут и конференции, и встречи с инвесторами, потому что время, друзья, и, соответственно, 1 июля мы все встречаемся на Экофесте,
Вот. А после этого у меня также весь июль, потом до конца августа, также очень расписан весь, да уж сейчас вот прикидывали, уже и сентябрь зацепили, уже там все намечено, конференции. И это, друзья, как раз показатель востребованности работы, потому что везде это встреча с нашими партнерами, везде встреча с инвесторами, везде встреча с бизнесом и с властями, именно уже в проработке адресных проектов. И мы сейчас уже с Алексеем практически не бываем одновременно на одних и тех же конференциях и встречах, потому что это уже роскошь. Вот, мы разделяемся и общаемся только по связи, и, соответственно, он участвует в одних встречах, конференциях, я в других, и только вот на вебинарах мы с вами вместе с ним работаем. Поэтому, друзья, это как раз начало того, скажем так, очень серьезного этапа в развитии проекта, к которому мы шли, к которому мы говорили, к которому мы вас призывали, и у кого хватило именно терпения дойти в этом марафоне до сегодняшнего состояния, то работа начинается на другом уровне. И она сейчас начнется меняться очень и очень быстро, особенно сейчас вопрос связан с проведением Экофеста, потому что то, что вы увидите на Экофесте, многого сейчас еще даже не существует. То есть работа идет настолько по жесткому графику. Вот, и вот я вчера, когда общался, Юницкий звонил там по одному очень важному вопросу. Ну, там, мы как раз с Алексеем подключились, там разговаривали, там, ну, надо было очень важные вещи как бы там понять, как. Так вот, я у него задал вопрос там, по техническому состоянию, что конкретно будет готово к Экофесту, что не будет готово. И он сразу откровенно говорит, что настолько плотный график, настолько плотное вот это дерево планирования, и настолько много параллельно выполняемых работ. И, к сожалению, очень многие работы ведут подрядчики не всегда добросовестные, что там ряд, допустим, вещей, которые планировалось показать на Экофесте, они сейчас под вопросом. И Юницкий говорит, что даже не могу сейчас сказать, какие работы будут выполнены и закончены к Экофесту, а какие нет. И это тоже, друзья, к сожалению, сейчас такой, ну, это издержки того, что мы не имеем запаса времени, то есть по-хорошему надо все простроить, сделать, показать, испытать и только потом уже приглашать. Но так как мы такой роскоши не имеем, как свободного времени, то все делается с колес, проектируется, заказывается, изготавливается. И вот как Инотрансу, когда машины были закончены буквально за 3 дня там, до отправки в Берлин, точно так же некоторые виды работ, которые планируется показать нам с вами как партнерам, как инвесторам, как отчет именно с точки зрения выполненных работ, так вот сейчас даже трудно сказать, будут они закончены или нет. Но тем не менее, друзья, то, что сегодня уже готово и то, что сегодня работает, это уже, друзья, настолько грандиозное и настолько большое это нюанс. Неровность, шероховатость, они, естественно, друзья, будут, тем более вы должны понимать, что, я говорю, все идет, мы не имеем роскоши времени. А с другой стороны, сложность показываемых задач настолько велика, что всегда можно найти какие-то огрехи. 44 дня, друзья, до Экофеста. Вы вспомните, когда мы ввели этот счетчик за 100 дней до Экофеста, осталось уже 44. Друзья, время не просто летит, его просто не успеваешь замечать. Особенно, когда за один день проходят города там Венеция, Вена, Вильнюс, потом Минск, Москва, Падова, познакомился с великолепным городом в Италии. Это, конечно, друзья, и буквально остановлюсь на конференции в Италии, она проходила в городе Падова, готовили наши партнеры, подготовка была просто великолепнейшая, это первая конференция в Италии, было чуть больше 100 человек, вот, причем большинство итальянцев, друзья, это те, кто только узнали буквально в первую неделю или вообще пришли на конференцию неподготовленные, поэтому, друзья, я могу сказать, что результаты превзошли все ожидания. И когда вечером мы уже там такой был дружеский ужин, я набрал Юницкому и прям все вместе, ну как всегда, и продекларировали SkyWay. И здесь я могу искренне сказать, что, друзья, с каким восхищением итальянцы говорили о Юницком, о русской технологии, о том, что сегодня происходит. Это, в Перископе все это вы видели, я снимал, ну и записи есть. Так вот, друзья, вот это
надо снимать и показывать по нашему телевидению. Не раздувать какую-то русофобию, говорить, что русских не любят или еще какая-то. Это все ерунда, друзья. То есть люди, которые занимаются технологиями, которые знают нашу историю. Там выступал инженер, который провел аналогию и показал историю Сикорского, Юницкого. Потом показал, как развивается технология. Это настолько, друзья, искренне и с такой итальянской эмоциональностью. А там были очень серьезные инвесторы, которые сразу после технологии, буквально вот в несколько дней, там вносили десятки, сотни тысяч долларов, друзья. Это как раз говорит о том, что очень сегодня то, что мы делаем, она востребована и необходима. И когда вот в такой концепции, вот как я там выстроил выступление, было показано, то, друзья, я могу сказать, что итальянцы были тут же, там уже наметили на середину сентября, потому что август не рабочий день в Италии, там год, месяц точнее, там у них это святое, в августе они не работают. Вот, поэтому на середину сентября, на 16 сентября назначили уже следующую конференцию, она в Болонье будет проходить, в Италии. Вот, и там уже они говорят, что будет минимум 500 человек инвесторов, и это активно развивающийся именно такой сейчас регион, вот, и они все счастливы от того, что у них есть возможность подключиться к технологии. Там тут же люди принимали решение ехать на Экофест, который просто первый раз услышали о Skyway. И вот Александра, там такой наш такой очень спикер, очень лидер, то есть посмотрите в перископе его выступления, это настоящий итальянец. Вот если бы мне сказали, как итальянцы должны выступать, то надо увидеть выступление Александра. Вот, это эмоциональный, это очень эрудированный инженер, грамотный, который искренне влюблен в технологию. Когда он делал доклад, я просто был, друзья, в восторге. Это такое настоящее. Вот, я даже кусочек послал Юницкому, я говорю, Анатолий Эдуардович, это вот так итальянцы рассказывают о Skyway, рассказывают о вашем проекте, рассказывают о том, куда мы подключились. Поэтому здесь, друзья, тоже очень такой интересный момент. Еще перед этим буквально я прилетел из Братиславы. В Братиславе была тоже инновационная технология, называется «Умный город», Smart City, так же, как и в Индии, тоже выставка Smart City. Там был мэр Братиславы. Я, к сожалению, сейчас вот в этой зоопарке фотографию не нашел, которую я фотографировал на телефон, но сейчас, пока Алексей будет выступать, я скину фотографию, когда к нам на стенд после выступления подошел мэр Братиславы, тоже в таком восторге, и Франтишек ему там буквально в 5 минут рассказал, и договорились, что сейчас Франтишек во Вьетнаме, встречается с министром транспорта Вьетнама и запускает там адресные проекты. Он на следующей неделе возвращается, и будет большая уже встреча с мэром, вот, и он будет уже тоже с двумя очень крупными инвесторами и организациями в Братиславе проговаривать уже участие адресного проекта в градостроительном развитии Братиславы. Вот. И там тоже был интересный такой подход. Сначала это большая конференция международная под эгидой Европейского Союза, потому что Словакия сейчас председательствует в Евросоюзе. И нам сначала с Франтишком дали 30 минут на выступление, потом, как всегда, снизили до 15 минут. И потом еще и поставили условия, чтобы презентация была на английском языке. Вот, я не готовился к презентации на английском языке, поэтому это внесло некую такую, ну как бы, то есть Франтишек даже одно время, ну, несколько так сник. Я говорю, Франтишек, есть синхронные переводчики, которые переводят, ты не переживай, я сделаю доклад на 15 минут на русском языке, ты его переведешь, будешь параллельно переводить на словакский, а переводчики пусть переведут там на, там был английский, немецкий и французский. Вот. Я говорю, они пускай переведут. И за 15 минут, я, конечно, очень серьезно, там почти 5 часов мы с Франтишеком готовились для того, чтобы выдать эти 15 минут. Но, друзья, я могу сказать, что результат превзошел все ожидания. Там снимать, к сожалению, не получилось, перископ там не работал, и там они не разрешали ходить, снимать во время этого выступления. Вот. Но я вам могу сказать, что все, кто был в зале, после выступления в перерыве был наш стенд, вот на котором сейчас видите фотографию Франтишка. Он дал порядка 6 европейским каналам интервью. Вот. Все подошли, начиная от мэра, министра транспорта, потом председателя комиссии по транспорту Европы. Ну, в общем, все подошли, Skyway, взяли материалы, смотрели, и это тоже очень такой
Так вот, и Франтишек был, конечно, просто в восторге от того эффекта, который прошел. И это вот как раз, друзья, когда за 15 минут, с учетом перевода, надо выдать основные тезисы. И здесь как раз вот я и Алексею постоянно говорю, что вот наши вот эти общения с партнерами, вебинары, конференции, они позволяют сегодня уже обладать таким опытом, когда можно там 3 минуты, минуты, 5 минут, час, 2 часа, в зависимости от аудитории, в зависимости давать информацию для того, чтобы люди тут же становились партнерами. Вот. Поэтому вот такой короткий как бы отчет от, об этой неделе, то есть от конференции в Братиславе. У нас следующая конференция у нас будет через 2 недели в Венгрии, в Будапеште. Там тоже собираются практически все наши европейские, восточноевропейские лидеры, которые сегодня являются лидерами по, именно по работе краудинвестинга, по построению именно инвестпроводящей системы. Это Словакия, Чехия, Венгрия, Сербия, Хорватия. Вот сейчас активно начала работать Италия. У нас, друзья, один из самых больших показателей роста сейчас идет по Австрии, по Голландии, по Бельгии, там, где работает Ирина Волкова с Владиславом. Просто колоссальные такие результаты. И ко мне на конференции в Италии подошли люди, которые услышали, они сами живут на границе Италии и Франции, вот, и услышали о том, что конференция, и общались с Владиславом, и как раз вот приехали на конференцию и передавали там Владиславу Волкову привет. Поэтому работа. Очень активно пошли контакты, друзья, сейчас с теми, кто работает в области других проектов, именно MLM, такого MLM формы, то есть они уже именно смотрят на наш проект как на наиболее перспективный. Стали к нам подключаться очень активно, кто работает в мире криптовалюты, и мы ведем сейчас ряд таких серьезных переговоров по взаимодействию. Это тоже очень такое большое интересное направление. Вот. Ну и самое главное, друзья, конечно, это новости, которые всю эту неделю шли из Индии, когда мы с вами видели и репортажи Алексея, и в Инстаграме, и те, что выкладывал, и интервью Юницкого, которое он дал на открытии именно выставки «Умный город», и те новости, которые шли о встрече и с руководством штатов, а после этого мы уехали, еще с 2 губернаторами штатов встречался Юницкий, конечно, это и встреча с главой, духовным лидером буддизма с Далай-ламой, который тет-а-тет с Юницким очень хорошо поговорил, потом взял за руку и говорит: я благословляю ваш проект, вы несете очень хороший свет миру. Это, друзья, тоже для нас очень такой важный момент, потому что мы сейчас вот с Алексеем ведем переговоры, и один из первых адресных проектов будет в Монголии, и я нашему послу Монголии, который у нас выступает сейчас там, ну, таким главным переговорщиком, я тут же скинул фотографии Юницкого и Далай-ламы, он был просто не то что в восторге. Он говорит: друзья, для переговоров в Монголии, для них Далай-лама — это человек, который намного-намного выше, чем президент страны. Потому что президенты приходят, уходят, а так как Монголия высокорелигиозная именно с точки зрения буддизма страна, вот, то, конечно, это очень важно, что руководитель проекта, генеральный конструктор, именно инженер Юницкий встретился с первым лицом в буддизме, и тот именно поддержал, благословил этот проект, сказал, что вы несете свет. Это, конечно, друзья, важный такой момент. И второй очень важный, я попросил Кирилла Бадулина, чтобы он сбросил эти фотографии уже Алексею Цыденову. Это, вы помните, наверное, бывший замминистра транспорта России, который поддержал проект, который возглавлял комиссию, которая провела экспертизу Skyway и признала его инновационным перспективным проектом. Он буквально несколько месяцев назад назначен главой Бурятии. А Бурятия — это тоже страна с очень такими глубокими буддийскими традициями. И тоже, конечно, что там и идут адресные проекты, которые сейчас развиваются. И в то же время именно поддержка главы буддистов, это тоже очень и очень для нас сейчас важно. Вот. Поэтому по тем адресным проектам и то, что работа в Индии, Алексей вам расскажет, Алексей расскажет вам, Алексей расскажет вам сам,
Я тут просто перископ пытаюсь, это самое, вот, как всегда, куча дебилов там, как это, которые матами пишут, еще так сказать, ну, что делать, так сказать, это интернет-свобода, поэтому каждый может, если пройдут поправки, которые сейчас хочет внести администрация президента, соответственно, то у нас интернет анонимный больше не будет, то есть любая, как бы, любой вход туда будет именно под своим именем. Тогда, может быть, вот этих дебилов немножко это остановит, которые пишут. Вот, поэтому Алексей сам расскажет вам об эмоциях, о том, что он видел, как он работал в Индии. Вот, и я просто со своей стороны, что коснулось меня, потому что вышло много народу сразу, это та грязь, которая полилась уже от наших оппонентов, которые работают против нас в России, в Белоруссии. Они подготовили очень такую черную, именно заказную и статью, и целую эту, уже в Индии для того, чтобы сорвать там переговоры, для того, чтобы... Вот, естественно, что, друзья, у них ничего не получается, то есть все переговоры идут, контракты заключаются, мы делаем то, что мы обещаем делать, но это лишний раз показывает, что, друзья, и работа против выходит тоже на другой уровень, она тоже принимает уже международные масштабы, потому что в центральном издании подготовить такую заказную черную статью, это тоже, друзья, уже не один день, и это тоже работают люди, которые, первое, умеют это делать, а второе, это могут еще это делать. Так что это тоже, друзья, когда мы готовимся и к атакам хакеров и троллей, и когда готовимся к черному пиару, то это, друзья, как раз уже противодействие тому, что сегодня идет. Ничего страшного, друзья, в этом нету. Это обычная работа конкурентов, которые сегодня уже видят реальность и видят, начинают и мешать. Это самое. То есть это выход на новую систему и безопасности информационную, и систему безопасности непосредственно уже и ноу-хау, и непосредственно самих сотрудников ключевых. Это, друзья, тоже развитие проекта и тоже его, к сожалению, естественная часть. Вот. Поэтому сейчас, подводя итог и как бы то, что вот я откровенно и очень искренне сказал после конференции инженеру Юницкому Анатолию Дарвичу, я говорю: Анатолий Дарвич, сегодня идея востребована, мы ее довели сегодня до стадии, когда ее можно демонстрировать, и это сегодня для очень многих является очень важным и серьезным доказательством. И это будет только увеличиваться, потому что мы из разряда, где мы стояли в одну линейку с болтунами, балаболами и мошенниками, мы перешли, то есть мы когда начинали, и, друзья, то есть тоже у меня были на конференции две женщины, которые были на нашей первой конференции в Москве, друзья, в марте 2014 года. И они просто подошли и говорят: вот мы все 3 года следим, одна живет в Швейцарии, другая живет в Милане, в Италии. Вот, и они говорят: мы вот слышали, что конференция, обязательно приехали, говорит, мы были на первой конференции, и, конечно, говорит, очень приятно, что вы говорили и тогда, и сейчас одно и то же, но добавляется то, что уже сегодня можно показать, то есть это уже действующий Енибус, действующий Енибайк, ветки, которые строятся, завод, заказы, вот, и я им просто искренне говорю: друзья, вы знаете, я вот те конференции, те вебинары, которые мы вели, я их вспоминать не хочу. Я как вспомню, меня аж дрожь бросает, насколько тогда было тяжело доказывать. И каждый, кто приходил и писал там: да вы мошенники, вы воры, вы всех обманываете, вы деньги соберете и куда-нибудь все свалите, так сказать, понимаете. И каждый раз приходилось объяснять, делать все это. А сейчас, друзья, когда мы в Экотехнопарк, уже продано порядка 4000 билетов, вот, то есть уже стали бояться, что мы уже больше, уже реально речь идет о том, что возможно будет и 6000 человек. Вот, это, конечно, друзья, просто уникальное событие, и нам искренне есть что показать, искренне есть предоставить именно и планы на будущее, потому что на выставке в Индии, я акцентирую внимание, сейчас Алексей это покажет, был первый раз продемонстрирован уже скоростной юнилет, то есть тот, который реально будет давать скоростью 600 км в час сверху путевой структуры. Вот, то есть, поэтому его еще ни разу никому не показывали, и это уже модель 1 к 10. А реально он будет показан только в начале следующего года, и когда будет готова структура 22 километра, то есть это где-то середина 2018 года, начнутся его уже ходовые испытания, уже именно скоростные испытания, потому что на небольших скоростях он будет ходить с начала 2018 года. Вот, поэтому это тоже, друзья, как бы очень такой важный момент, и тот стенд, который был в Индии, это, конечно,
Очень и очень как бы такой показательный момент. И мы сегодня, друзья, можем что читать. Тут задается вопрос, будет ли отчет. Да, готовится сегодня аудиторский отчет компании, где будет оценено именно уже с точки зрения того, что создана интеллектуальная собственность, и уже будет не абстрактная оценка, а реальная стоимость того, что мы с вами уже создали, и это будет реально показывать стоимость проекта, который на сегодняшний момент. Сколько он будет, я здесь вам даже приблизительно не могу сказать. Оценивать будет одна из ведущих компаний в мире, то есть та, которая входит в тройку самых крупных и уважаемых компаний в мире, именно консалтинговых. Поэтому мы с ними как раз посмотрим, насколько это будет оценено такой компанией. Это будет как отчет, друзья, именно в том плане, что мы же не можем вам дать бухгалтерский отчет, то есть что куплено на столько-то бетону, на столько-то металла, там, это глупость большая. То есть оценка может производиться только в плане того, что и сколько стоит то, что мы с вами сегодня уже, друзья, показываем и создали. Вот. И сразу вам могу сказать, это я хотел на этом вебинаре остановить внимание, но давайте следующий вебинар тогда. Потому что на позапрошлом вебинаре я сказал, что один только проект в Неваде, который соединит Лос-Анджелес и Лас-Вегас, по перспективам оценки перейдет за 2,5 триллиона долларов. А только девелоперский проект, связанный с землей, будет стоить порядка полтора. И мне тут один деятель там обзвонился, потом написал Бабурину, потом даже Юницкому, что как можно слушать и нести такие цифры, что за ерунда, что за вопрос, что я хотел привести сюда серьезных инвесторов в Skyway Capital, а в итоге мне придется вести этих инвесторов в Skyway Invest Group. Вот, на что я могу сказать, туда, друзья, вам и дорога. И если вы не слушали или то, что я говорил, это мимо ушей проходит, то и человек, который сегодня берет телефон 30-летней давности с проводами, где надо было пальцем набирать, и говорит, что вот вы сегодня описывали iPhone, последней модели, и вы сказали такие функции, так вот, тот телефон, по которому я звоню, проводной, он мне больше нравится, и то, что вы рассказываете, это полная ерунда, и не может система, о которой вы говорите, стоить таких денег. Вот у меня есть телефон, еще раз скажу, проводной, где надо пальцем набирать, он меня вполне устраивает, и это то, что, почему я буду звонить. И вот эти сравнения, то есть когда люди просто даже не пытаются понять, но сразу выносят свою оценку, это говорит о чем, друзья? Скатертью дорогой. Никаких вопросов. Я еще раз расчеты проведу. Мы с Франтишиком пока ехали, у нас было время там между Веной и Братиславой, мы с ним еще раз все расчеты провели, всю раскладку сделали, и я за каждую цифру, за каждую это готов ответить, и еще раз утверждаю, что девелоперский проект, только один в пустыне Невада, будет стоить за 2 триллиона долларов. То есть, естественно, не в один год, примерно период это где-то 15-20 лет, но это тот потенциал, который в него заложен, и то, что будет даваться, и когда он будет запускаться, он будет из расчета не то, что он будет возить 150 тысяч пассажиров в сутки между Лос-Анджелесом и Лас-Вегасом, а что это будет именно девелоперский и именно проект Skyway по освоению территории, которая сегодня является неэксплуатируемой. Это вот то, что касается вот этого подхода и наших сегодня расчетов. Поэтому, друзья, 44 дня до Экофеста. Я надеюсь, что с большинством из вас мы там увидимся. Как будут репортажи, как будет освещаться весь Экофест, мы обсудим. Я думаю, что будут именно специальные прямые включения и Инстаграм у Алексея, и в Перископе. У меня, то есть все это, друзья, обязательно будет сделано. Значит, сейчас уже намечается ряд очень высокопоставленных делегаций, то есть вот ко мне уже обращаются с тем, чтобы приехать на Экофест, но мы договорились так, что Экофест это все-таки праздник для партнеров, праздник для тех, кто в Skyway уже давно, ну и подключается, но это все-таки фестиваль, то есть это массовое мероприятие, цель которого собрать партнеров, отчитаться тем, что сделано и наметить планы на будущее. Поэтому это, друзья, праздник. Совмещать праздник с работой не совсем правильно, поэтому, соответственно, все переговоры, все делегации, там вот у меня там буквально по графику уже просят
были поставить министра транспорта Монголии, чтобы он был на Экофесте, но мы уже сейчас согласовываем, чтобы он все-таки после Экофеста 3 или 4 июля уже посетил КБ, потому что таким людям, где сейчас начинаются очень серьезные адресные проекты, и от министра транспорта Монголии там очень много зависит, с ним все-таки должна быть персональная работа. А когда фестиваль, на котором там 5000 человек, соответственно, нельзя вести такую индивидуальную работу. И здесь, друзья, я могу сказать, что сама атмосфера, которая будет праздничная именно, и результаты того, что мы с вами достигли, она сама не будет подразумевать начало как бы вот такой новой бизнес-модели. Поэтому это будем давать. То есть я как раз общался в Италии, нет, в Братиславе, в Словакии, с людьми, которые работают в системе книги рекорда Гиннесса. Вот знаете, да, что крупнейшая и древнейшая пивоваренная компания Гиннесс вот ведет такую книгу учетов. Мы с ними пересекались, когда Кирилл Шимко тягал вертолет Ми-26, самый тяжелый вертолет в мире, и с майкой Skyway и с логотипом Skyway. Вот. Соответственно, сейчас мы с ними ведем переговоры, чтобы они осветили наше мероприятие, потому что сегодня уже заявок более чем от 50 стран мира, то есть инвесторы, которые будут на Экофесте, более чем из 50 стран, друзья. И я думаю, что не так много в мире мероприятий, которые собирают 50 стран мира, друзья. Я прошу вдуматься, у нас всего, как вы помните, 237 стран зарегистрировано. Это больше, чем в реестре ООН. А сейчас еще и представители 50 стран физически приедут на то, чтобы посмотреть и познакомиться и лично с Юницким, и пообщаться между собой и увидеть то, что мы с вами сделали. Я думаю, друзья, таких мероприятий в мире еще не было. Поэтому я им просто об этом рассказал. Я говорю, друзья, мы реестр ведем, мы официально дадим отчет с билетами, сколько людей и из каких стран это, а вы сами дальше оцениваете, интересно это мероприятие, стоит его вносить в рекорд книги или не стоит. Я говорю, я просто их пригласил. Ну, во-первых, они сами заинтересовались, говорят, что мы приедем и увидим, говорит, нам надо просто уже общаться с человеком, и нам надо Юницкого уже вносить в книгу рекордов Гиннесса, потому что проект, который он запустил, в котором больше реестра стран, чем Организация Объединенных Наций, это, друзья, уже событие, это уже значимое событие. Второе, чтобы 5000 человек со всего мира, со всех континентов приехали за свой счет, друзья, сняли гостиницы, приехали и при этом ничего не требуют взамен, а только участие. Это тоже, друзья, уникальнейшее событие. То есть мы не рок-фестиваль и не рок-концерт, мы не Евровидение и мы не Олимпиада. Мы просто показываем отчет нашим партнерам, что мы сделали на те инвестиции, которые они внесли. Мы просто показываем, друзья. И на это уже 5000 билетов, я говорю, продано. И сколько будет реально, мы сейчас сказать не можем. И это более 50 стран реестр. Поэтому это, друзья, тоже уже интересно. И вообще, я говорю, я вам рекомендую присмотреться очень к Юницкому, потому что очень много сейчас будет что происходить. И вы просто, если первые начнете, у вас будет... Пальма первенства. Поэтому это тоже, друзья, вопрос, который сейчас... Тут задают вопрос, почему на стройке технопарка работают всего несколько человек. Тут можно сказать, а когда собирают самолет, там что, тоже работают миллионы или тысячи людей? Работают... Ну, это просто, как всегда, знаете, вот эти, это деятель. А, давайте еще историю, которую я показывал, которая началась в прошлую среду. Помните, когда я проводил вебинары, потом Перископ, мне один деятель все постоянно звонил там. Вот фотографии в интернете, там все ржавое, все кривое, все вы показываете, полная ерунда. И это то, что вы говорите, не имеет никакой ценности, вы всех обманываете. Вот, я попросил, я говорю, ребята, а сбросьте мне хоть фотографии, что за такое? Ну, по-моему, наш викинг первый мне нашел, наш норвег нашел эти фотографии, сбросил, говорит, наверное, они. Там большой репортаж, где-то 20 фотографий, вот, и деятель не поленился на своем кабриолете, он его тоже сфотографировал, приехал в
экотехнопарк, все там отщелкал с объективом там пока, и выложил фотографии с комментариями, что здесь все плохо, здесь все плохо, здесь кривое, здесь ржавое, здесь арматура торчит, здесь еще, здесь грязь, здесь еще, так сказать. Ну, в общем, с комментариями о том, что все, ерунда, по-по-по. Ну, я посмотрел, в принципе, отчет очень хороший, мы так разом никогда эти фотографии не сводили, было очень интересно. Вот. И я написал, что я ничего не вижу плохого, друзья. Ну и в чате шла переписка, тоже все комментировали. Вот. Я сбросил Юницкому отчет фотографии, я сбросил Вите Бабурину. Вот. Я говорю, Виктор, посмотри, я говорю, тут тролли, вон там, что делают. Вот. И потом мне Виктор обратно буквально через 15 минут пишет хохму. Он говорит, слушай, я, говорит, сижу на выставке, на конференции, рядом сидит крупнейший застройщик в Индии, строитель. Вот. И он смотрит на наш стенд, показывает, там идет анимация, показывает подвижной состав, там линейные города, все, он говорит, ой, все красиво, все здорово, говорит, а реально-то как это можно посмотреть? Вот. И он взял и открывает компьютер, а у него стоит набор этих фотографий, он говорит, он говорит, вот смотрите. И он начал листать, и он-то как реально увидел все эти реальные вещи, он говорит, так это же все реально, это же все естественно. То есть ему как строителю не пугало ни что арматура там торчит, ни что там что-то не покрашено, ни там что-то. Так он реально, он говорит, это же реальные фотографии. Он говорит, вот теперь я верю. И Виктор мне пишет, надо этому троллю объявить благодарность, может быть, даже выписать премию, потому что это оказался сегодня один из основных партнеров нас сейчас в Индии. Поэтому, друзья, вот это то, что человек пытался выдать и показать как полное, опять же, на нас дерьмо, оказалось, что это очень полезная вещь. Ну и дальше я стою на стенде, и ко мне тоже подходит вице-президент уже чешской компании строительной, и тоже задает вопрос, а насколько реальная ваша технология? Я молча открываю ему фотографии, он просматривает все эти фотографии, говорит, да, спасибо, мне все понятно, я хочу приехать в экотехнопарк, потому что я вижу, что все это реально. Вот, поэтому, друзья, я могу сказать, что еще раз, я не знаю, кто это такой, мы пытались его вычислить и в Перископе, и пытались вычислить, поэтому он какой-то зашифрованный. Одно могу сказать, что большое тебе, друг, спасибо, потому что ты для Skyway сделал очень серьезную работу, которую мы сами почему-то не догадались сделать, чтобы собрать все вот такие фотографии. И нас вот это то, что было, что стало и что сегодня есть, просто подтолкнуло к тому, что мы это сделаем теперь очень профессионально, на уровне, так сказать, для того, чтобы это действительно такой набор фотографий был. И вот, друзья, это вот на что нас натолкнул и уже принес реальную пользу. Поэтому, друзья, даже такие люди, которые хотят вредить проекту, они, видите, сделали для нас благо. Ну все, друзья, я передаю слово Алексею. Вот, он тоже сейчас вам расскажет очень много интересного. Я сам с удовольствием послушаю, потому что я вчера, мы с ним тоже так давно не общались, уже пока он в Индии, пока я в разъездах. Вот. Благодарю, Сергей Анатольевич. Приветствую вас, дорогие друзья. Я выходил пару раз в трансляцию ВКонтакте. Там была, естественно, задержка, наверное, потому что интернет все-таки азиатский, но более-менее, я думаю, что можно было разобрать. И сегодня мы так подытожим наши поездки с Сергеем Анатольевичем, потому что, да, вот сейчас уже, в принципе, как вот мы и шутили когда-то, что я поеду в Азию, а Сергей Анатольевич будет по Европе, вот как бы и дошутились. Ну, действительно, так и получается. Еще вспомните, что у нас есть Африка, то есть это Нигерия, это Камбоджа там и так далее, и другие страны, где темнокожее население, тоже активные наши партнеры, и это мы увидели и во Франции, сейчас в Нигерию меня активно зовут на конференцию, но, так скажем, поедем только на подготовленные конференции. Сейчас готовится очень мощная конференция на Майорке, то есть у нас первая конференция, так скажем, в неформальной обстановке. Вы помните, наверное, трансляцию с ресторана. Ну, там был контингент такой соответствующий, кто готов прийти послушать конференцию в ресторане. Сергей Анатольевич об этом не знал, но сейчас мы сказали, что как минимум 100 человек, пожалуйста, собирайте, предприниматели, бизнесмены и различные представители среднего и высшего круга Майорки и вообще Испании, и с удовольствием перед вами выступим. Ну а я, дорогие друзья, хотел бы посвятить не только свою, но и всю нашу поездку в Индии. И я могу сказать, что Индия и каждая выставка – это такой момент единения. И очень многие присутствовали
в том числе лидеры и со Skyway Invest Group, и вообще мы поговорим о том, чтобы объединить усилия не только то, что мы развиваем один проект, но и вообще как бы объединяться уже пора, то есть даже об этом говорили, но естественно все это будет происходить, если будет происходить под эгидой Skyway Capital, потому что это все-таки, давайте помнить, материнский фонд Анатолия Эдуардовича Юницкого. И несмотря на то, что очень многие были промотивированы, дорогие друзья, индийцы, и я потратил массу и уйму времени, усилий для того, чтобы смотивировать лидеров приехать на эту выставку. Я говорю про своих именно лидеров, и также это, естественно, дублицировалось и триплицировалось, не побоюсь этого слова, то есть действительно копировалось просто с неимоверной скоростью всеми нашими лидерами, то есть была подготовлена заготовка, и у нас стенд опять, так скажем, был самый популярный по посещаемости. Я могу сказать, что многие люди, сетевые лидеры и профессионалы с большой буквы, те, кто развивали проекты и выстраивали 10-тысячные структуры, они пришли, и в первый же день они и расстроились, и обрадовались. Почему? Я чуть-чуть попозже расскажу. Началась наша поездка вообще с преддверия, и мы обсудили с Анатолием Эдуардовичем, с Виктором Бабуриным и с Дмитрием Владимировичем очень серьезные такие вопросы насчет будущего Skyway, вообще вот каким образом нам именно обеспечить достаточное финансирование. То есть перед этим мы общались со всеми членами правления, ну и одно направление, так скажем, зреет у нас, которым вы обязательно увидите, услышите, и без которого, на наш взгляд, Сергеем Анатольевичем сложно будет выходить на рамки финансирования уже, так скажем, после того, как мы скоростной транспорт сделаем. То есть дальше уже по стратегии развития на 5, 15, 20, 30 и 50 лет вперед должно быть какое-то новое решение. Это сейчас новое решение, дорогие друзья, рождается. Я, естественно, так вот интригую. Не то, что рождается, но родилось уже. Мы сейчас уже к исполнению по технике дела приступим очень скоро. Но это интрига, дорогие друзья, но могу сказать, что рассказывайте о проекте Skyway, потому что тот человек, кому вы передадите информацию, тот человек, который присоединится в проект, ему будет чем заниматься на ближайшие, я думаю, 30, а как минимум, это как минимум, а максимум это 50 и более лет, потому что наш проект, наверное, это один из тех проектов, который не собирается как-то затормаживаться, не собирается как-то сворачивать свою деятельность, я имею в виду в плане краудинвестинга, даже после того, как мы закроем уже возможность финансирования в корневую компанию, то есть core company, если говорить на английский момент. И, дорогие друзья, рассказывайте, стройте, я имею в виду команды, структуры, потому что заниматься будет чем более чем. Ну и, собственно, после таких вот переговоров в отеле, то есть я присутствовал, и здесь не будет этой фотографии, но я могу сказать свое отношение, свое мнение. И на следующих вебинарах мы вообще остановимся на логике развития и построения смарт-городов на основе смарт-технологии и вообще смарт-государства. То есть об этом мы будем говорить не один вебинар, но, дорогие друзья, я могу сказать, когда вживую видишь где-то трехчасовую презентацию нашим партнерам с Индии, когда ее ведет лично Анатолий Эдуардович Юницкий, то я очень многие вещи конспектировал. У меня такая привычка возникла, что я сейчас конспектирую, не, ну, какие-то заметки вношу не в тетрадку, потому что нужно все-таки время достать тетрадку, достать ручку, а сразу в смартфоне, в заметке, я даже уже принавострился сокращать и действительно фактически со скоростью рукописной, а может быть и машинописной, потому что многие из вас, я думаю, очень быстро набирают на клавиатуре, все это дело вношу. Огромное, огромное видение по развитию Индии донес Анатолий Эдуардович. И я понимаю, что, как и Сергей Анатольевич Сибиряков, часто вот на мне обкатывает какие-то концепции, и потом уже, чтобы далее презентовать для европейцев. Это нормальная практика, дорогие друзья, потому что 80% информации, она максимально укладывается и усваивается еще
более лучшим образом, чем было, именно проговаривая. И когда Анатолий Эдуардович проговорил про линейные города, когда он проговорил про то, что примерно на 100 километров можно вообще границы государства расширить, которые находятся на прибрежных зонах, дорогие друзья, это бесценно. Это бесценно для тех государств, которые желают сыграть в мировую экономику и стать лидерами новыми и пододвинуть, так скажем, сейчас США, пододвинуть Китай, потому что что касается Китая, дорогие друзья, сейчас с огромной опаской мы будем именно устанавливать контакт, потому что нам индийцы поведали такую логику, что китайцы очень хорошо входят в контакт, но вы не заметите, как, собственно, ваш бренд станет брендом китайским. И, дорогие друзья, естественно, вот этот первый день встречи с нашими индийскими партнерами, он был очень-очень серьезный и весом для подготовки наших индийских партнеров, потому что это тоже, я могу сказать, такой элемент сетевого построения корпорации, потому что за эту презентацию, после этой презентации наши партнеры уже переспали с этими всеми мыслями, и еще большее количество контактов они проработали и пригласили на наш стенд. Соответственно, первый день серьезной официальной работы ознаменовался тем, что я встречал в это время Дмитрия Владимировича Терехина. Чуть-чуть мы припоздали на именно подписание соглашения и меморандума о сотрудничестве с Химачалом Прадеш, с министром городского строительства, которого вы видели ранее на экотехнопарке. Был соответствующий об этом репортаж. И я, наблюдая за реакциями Виктора Бабурина, как вообще вот по глазам, даже по реакции, тут вот на фотографии был пойман момент. Ну, такой момент я помню, наверное, только на первой конференции, когда запустился краудинвестинг. То есть и выражение лица даже абсолютно похоже. Это достаточно серьезная веха, чтобы таким образом оценить. Анатолий Эдуардович очень в приподнятом настроении был все эти дни, и выставка в Индии зарядила энергии Анатолия Эдуардовича очень сильно. Я увидел уже в таких вот именно в полевых условиях, как работает Анатолий Эдуардович, и я могу сказать, что очень мало отдыхает Анатолий Эдуардович, и каждую минуту возможного отдыха где-то не досыпает и все чертит, все создает и обсуждает те концепции, которые выведут Skyway на новые уровни и новые горизонты. Министр городского строительства Химачал Прадеш дал, соответственно, интервью по поводу строительства Дхармсале проекта, и это город как раз-таки родина, где проживает Далай-лама вот уже многие года. И есть такой тоже нюанс, что очень сильно чтит и уважает Далай-лама этого человека, именно вот кто является министром городского строительства Химачал Прадеш, потому что это один из тех немногих людей, кто удосужился и догадался построить дорогу к резиденции Далай-лама, потому что Далай-лама уже, так скажем, не молодой далеко человек, и жаловался на то, что нужно по таким ухабам ехать, и спина болела, и так далее, а просто даже не спрашивая, как элемент именно чиновничьей благотворительности, вот министр городского строительства взял и построил дорогу. Анатолий Эдуардович, соответственно, взял и представил концепцию линейных городов и каким образом сделать умное государство из Индии. А вы все понимаете, что логика буддизма и логика всей этой религии заключается в том, чтобы максимально абстрагироваться, максимально медитировать. А это будет возможно, дорогие друзья, только при новой
новых моделях экономики. Это будет возможно, когда люди смогут жить действительно в умном государстве, пользоваться умной инфраструктурой, ездить на умном транспорте и заниматься теми видами деятельности, которые действительно приносят пользу обществу и которые приносят им непосредственно удовольствие. То есть это основа буддизма, то есть ожидать и, соответственно, извлекать наибольшую пользу, но не плывя против течения, а именно ожидая, когда что-то произойдет. Ну, если говорить про конкурентную борьбу, то мне очень нравится фраза, что буддист всегда будет сидеть на берегу реки и не вступать в битву, в конфронтацию, а просто будет ожидать, когда проплывет враг уже, так скажем, бездыханное тело врага проплывет по реке, и он это будет наблюдать и дальше уже предпринимать какие-то действия. Я могу сказать, что этой логике мы сейчас будем следовать именно по таким вот выпадам и подготовленной техничной работе. Я попросил своих партнеров индийских перевести вот эту вот статью, которая появилась, и она подготовленная, она проработанная, заранее ее прописали, заранее ее перевели, и как только было подписание соглашения, как только мы начали греметь 4-5 раз на телевидении, огромное количество статей в местных газетах появилось, сразу этот вброс совершили абсолютно недоброкачественный, абсолютно злоумышленный вброс, и мы, дорогие друзья, не будем вступать тут в конфронтацию, будем следовать логике Далай-ламы. Я могу сказать, что это огромная работа, которая была проделана синергично и специалистами, и топ-менеджментом ЗАО «Струнные технологии», и Доротеи. Это женщина, которая заслуживает отдельного, наверное, вебинара, и, наверное, только такие люди могут абсолютно бескорыстно приглашать в наш проект и доводить до подписания соглашений, доводить до формирования реальных адресных проектов. Ну и оценка, дорогие друзья, и перспектива для министра городского строительства в том, что, создав это, да, скоро будет переизбрание, да, скоро будут снова выборы, но внеся логику развития Индии как умного государства и показав ту технологию, которая может это создать, ну, дорогие друзья, тут прямая дорога на премьер-министра, а может быть и на президента Индии. Посмотрим, но вы неоднократно видели, какой не только городской транспортный лифт, но и социальный лифт, каким является, является технология Skyway для всех наших участников. То есть вы помните и Александра Мосина историю, и многих-многих молодых и не очень ребят, и девушек, и женщин, которые стали добиваться новых высот именно благодаря проекту Skyway. И не было времени, дорогие друзья, только в конце мы сделали общую фотографию, потому что были переговоры, была очень добродушная, гостеприимная атмосфера, то есть чуть ли не домашнюю еду приносили и уже обсуждали логику формирования новых адресных проектов и когда уже приступить к строительству. По моим ощущениям, при получении уже первого финансирования техническая документация будет подготовлена, ну, тут, естественно, поправят меня ЗАО «Струнные технологии», лично Анатолий Эдуардович, ну, на мой взгляд, это 3-4 месяца. И, соответственно, вообще примерно за 9 месяцев можно реализовать этот проект после подготовки технической документации, может быть, даже и включая. То есть построить мы можем Дхармсале очень быстро. И этому действительно были поражены представители этого штата, потому что действительно эпопея развития нового государства может начаться с двух штатов. То есть это штат Джарханд. Вы помните, было заключено соглашение на 926 миллионов долларов. И штат Химачал Прадеш и, соответственно, город Дхармсала. И вот тоже логика, это ассоциация, очень люблю ассоциации, ну, наверное, самый большой учитель ассоциации и сравнение, аналогии, это Анатолий Эдуардович. Как я запомнил Химачал Прадеш?
Прадеш у меня почему-то ассоциировался с Paradise. То есть это как рай. То есть это именно такая вот будет земля обетованная на территории Индии, и с которой как раз-таки начинается Skyway. Вы видите первый день, вы видите тот самый подвижной состав, который достигнет скорости 500 км в час. Вначале это будет вообще 250, потом 300, потом 350, потом 400, 450, как наша Unibike разгонялся примерно с 25 км в час. И мне многие писали, дорогие друзья, с удовольствием всегда рад со всеми общаться, но когда мне многие пишут, а почему у вас ускоренное видео, дорогие друзья, я могу сказать, что вообще вот штат видеомонтажа и мало таких талантливых ребят, наверное, на территории Республики Беларусь, которые так виртуозно и относительно быстро могут монтировать видео, как Никита, наш бравый и видеомонтажер и оператор в одном флаконе. И он снимал и присутствовал на выставке 3 Smart Cities India 2017 Expo. И по самые уши, так скажем, загружен этот отдел, поэтому даже мое видео в этот раз будет монтировать, ну, именно что я снимал на GoPro. Сегодня я передам обязательно материалы, и отдел видеомонтажа и видеопродакшена Skyway Capital обязательно это все подготовит. Дорогие друзья, поэтому я могу сказать, что не смотрите на те новости, которые были размещены, и те видео, допустим, несколько месяцев назад. Потому что если человек мне будет задавать такие вопросы, а почему у вас ускорено видео, я просто могу сказать, что приедьте и посмотрите, с какой скоростью сейчас перемещается Unibike. Когда мне будут задавать вопросы, а почему там прогиб такой небольшой, дорогие друзья, а вообще вот учитываете ли вы те факторы, что непрофессионально была сварка в первые разы нашими подрядчиками, что это отработка технологии, и что в таких условиях это, наверное, идеальный результат, который можно было получить. И я слышал, как в кавычках шумит сейчас Unibike, почти не шумит, дорогие друзья. И я думаю, что Unibus уже вообще совершенно фактически бесшумный по сравнению с тем, что мы наблюдаем в трамваях, по сравнению с тем, что мы наблюдаем непосредственно на традиционном железнодорожном транспорте, Сапсане там и так далее. И да, конечно, Unibike ездит, Unibus ездит, все хорошо. Технические ходовые испытания начаты у Unibike 28 ноября 2016 года, у Unibus 21 апреля 2017 года. Все хорошо, нарабатывается наши, так скажем, общие дети Unibus и Unibike растут, крепнут и набираются сил, чтобы уже продемонстрировать для всех более чем 4000 людей на экофестивале свои возможности. И, естественно, на экофестивале, дорогие друзья, не думайте, что там будет какое-то соревнование, и чтобы засекли скорость, чтобы именно 150 км в час произошло. Дорогие друзья, нет такой цели. То есть тот, кто не верит, тот не входит. Кто верит, в том числе и министры, в том числе и целые участники парламента, в том числе и делегация со многих азиатских стран будет после экофестиваля. Ну, дорогие друзья, работаем с теми. То же самое касается и инвесторов. Нет времени объяснять на сегодняшний день уже, в чем же заключается суть именно реализации технологий. Ну и перейдем непосредственно к освещению того, что произошло на выставке. То есть первый день у нас была такая разминка, и справа вы видите, это утро, это стандартное утро. Столько людей присутствовало на нашем стенде, причем это далеко не только наши сподвижники и активисты по Индии. Прошли ряд интервью, телевидение, по газетам, естественно, пронеслась эта новость, и Доротея сказала, что вот буквально в ночь первого дня выставки сразу уже все пошло и по центральным телеканалам, по центральным газетам. И сейчас с очень серьезными изданиями ведутся переговоры, потому что они на нас вышли. Я могу сказать, что это на уровне
ну, к примеру, там Forbes на уровне Times, Washington Times и так далее. Вот подобные издания сейчас вышли и желают написать про Skyway. Естественно, будет много написано в таких журналах, в рубриках Smart Cities, потому что это все-таки как раз-таки умные города выставка. В первый день к нам подходил главный советник градостроительства вообще по Индии, взял все материалы, взял все брошюры, поставил свои координаты, попросил очень связаться и сказал, что извините, что как бы уже некоторые метро уже реализованы, но существуют различные небольшие города, которые также желают строить транспортную инфраструктуру, и хотелось бы, чтобы это уже было не метро, то есть именно такие, если птеродактилями мы называем, так скажем, самолеты, бронтозаврами, это, соответственно, к примеру, уже автобусы, троллейбусы, то, ну, тираннозавры, можно сказать. Почему тираннозавры? Потому что хищники, и сейчас Илон Маск занимается рытьем и бурением подводных тоннелей, непонятно для чего, вдруг сойдя с дистанции транспорта второго уровня, он ушел под землю, и, дорогие друзья, наверное, все-таки хищники метро, поэтому будем называть метро тираннозавром современной цивилизации. То есть это тоже такой динозавр, который уйдет в прошлое. Но, дорогие друзья, почему хищник? Потому что вот по Челябинскому метро, я могу сказать, начали у нас строить, но его, оно постоянно будет требовать жертву, постоянно будет требовать ресурсы, и нужно поддерживать эту всю инфраструктуру, либо тратить огромное состояние, огромные материальные ресурсы на закрытие метро, либо, соответственно, всегда поддерживать и всегда кормить как истинного хищника. Так вот, не хотят наши коллеги сейчас уже реализовывать в такой логике именно метро в остальных городах Индии. Вы знаете, что территория Индии огромна. Также подходили представители у нас торгово-промышленной палаты Индии. Вы знаете, что мы уже активно сотрудничаем со многими европейскими торгово-промышленными палатами, то есть Гамал Морси, вы помните этого замечательного, энергичного нашего активиста, который является генеральным секретарем торгово-промышленной палаты в Словакии, арабских стран, Абдулла Рахима Наки, который является генеральным секретарем уже Федерации торгово-промышленных палат, и как раз-таки вот Федерация торгово-промышленных палат Индии всех штатов пригласили на конференцию в июне. Будет присутствовать более 300 различных компаний, топ-менеджмент. Будет гиперлуп. Я Анатолий Эдуардович сейчас спросил, Анатолий Эдуардович, стоит на таких мероприятиях участвовать? И тут совершенно буддийский, так скажем, ответ в логике Далай-ламы и так далее. То есть, Алексей, зачем? Зачем нам доказывать вот всем этим 200 различным компаниям, топ-менеджменту, тратить энергии, ресурсы наших отделов на проработку, на ответы на вопросы? Тот, кто желает, уже на нас выходит. И, дорогие друзья, стоит понимать, что сейчас сотни адресных проектов мы физически не сможем взять, поэтому по каждой стране будет максимум 5 адресных проектов, лучших, самых прибыльных, самых стратегически верных. И кажется, что уже несколько мы наверняка нашли именно на территории Индии. Поэтому ну, пусть представители торгово-промышленной палаты всегда рады сотрудничеству, но пусть они прорабатывают и уже выходят на нас с конкретными проработками, с конкретными предложениями, потому что времени, опять же, нет у представителей ЗАО «Струнные технологии». Что касается Анастасии Лико, то Анастасия проработала уже, я вот буквально на днях связывался, все контакты, и уже работа абсолютно кипит. Я думаю, что примерно контакты по 20 адресным проектам были получены за время участия в выставке. Я уж не говорю о тех контактах, различные консультанты в транспортной инфраструктуре и в логике развития как метро, так и любого транспорта на территории Индии. Тут, наверное, контактов 50-70 было получено. И различные, так скажем,
непонятные пока что контакты, то есть их сотни и сотни были, но, естественно, они все будут прорабатываться. Также позвали в первый день на выставку в Арабские Эмираты, в Дубае позвали на выставку именно как альтернатива замена гиперлупу. Все понимают, что это все-таки, наверное, такой вот промышленный фейк и именно маркетинг-шоу американское, как мы называем, американская мечта, американское шоу. И, дорогие друзья, настанет время, когда при достаточном финансировании в 2019 году мы уже будем демонстрировать после высокоскоростного транспорта и гиперскоростной транспорт, то есть это концепцию именно гиперскоростей больше 1000 км в час. И тогда, я думаю, что вначале это будет продемонстрировано в вакуумной трубе в модели 1 к 10, и не будет никаких сомнений, что действительно родоначальниками, все-таки основоположниками были как раз-таки, был лично Анатолий Эдуардович Юницкий, и далее уже все представители ЗАО «Струнные технологии» и приверженцы, последователи инженерной технической школы Юницкого. В первый день уже было запланировано ряд встреч на вечер, то есть это были закрытые встречи, на них невозможно было присутствие ни меня, ни других партнеров, то есть это было обсуждение по конкретным новым адресным проектам, также и с представителем министерства Дхармсалы перед поездкой. В первый день было общение с очень серьезными крупными инвестиционными фондами, то есть они готовы ряд проектов зафинансировать, и очень сильно именно обрадовались то, что, как любит говорить Сергей Анатольевич, многие такие фонды вводят действительно жалом по миру в поиске подобных проектов. Я думаю, что эти фонды будут с нами сотрудничать, если будет закрыто финансирование, возможно, какого-то проекта, в котором они желали участвовать в Индии, то будут с нами сотрудничать уже по всему миру. Tata компания, то есть это крупнейший именно производитель машиностроительной индустрии и крупнейший металлопроизводитель, то есть многие машины марки Tata производят, примерно как Lada VAZ у нас в России. И мне посчастливилось, так скажем, ощутить на себе в полной мере коллапс трафика. Предупреждали, что очень такой сумасшедший трафик, но с другой стороны говорили, что аварий очень мало. Так вот, мы попали в дорожно-транспортное происшествие с водителем, который меня вез на Uber, и машина приехала в правый бок, я все это видел, все наблюдал, к сожалению. Тогда у меня экшн-камера не была включена, но я могу сказать, что на своей шкуре ощутил, насколько необходимо вообще внедрение транспорта второго уровня. И водитель, раскинув руки, сказал, что извиняемся, ну, такие ситуации у нас сплошь и рядом. Хотя репутация и роль вообще трафика современного индийского строится на том, что это все-таки, несмотря на то, что у них непонятно, как регулирование движения происходит, все-таки это безопасный вид транспорта. Ну и в первый день, дорогие друзья, естественно, панельная дискуссия, о которой мы говорили, Анатолий Эдуардович выступил блестяще с докладом про линейные города, и слушали, вот обратите внимание на наполнение зала, то есть многие представители топ-менеджмента многих индийских компаний, застройщиков, девелоперских подходили и спрашивали, опять же, слова, где это вообще реализовано, и когда мы показывали, что вот, пожалуйста, были продемонстрированы уже начало ходовых испытаний, можете приехать на экотехнопарк. Пока что, извиняемся, экотехнопарка в Индии есть, но ведем проработку. И в Джарханде, как вы помните, экотехнопарк планируется, и сейчас обсуждается вообще модель, а каким образом, может быть, и с помощью краудинвестинга, в том числе индийского краудинвестинга, потому что сейчас мы на время закрыли вообще возможность инвестиций именно индийцами для того, чтобы не испортить репутацию после подписания адресных проектов. И, дорогие друзья, кто активировался в Индии, извиняемся, и этому как раз-таки в первый день очень сильно были расстроены
сетевые лидеры, предприниматели, но всегда можно работать и с квалифицированными инвесторами, и привлекать уже крупные инвестиции, как мы говорили про европейские. Тоже, кстати, я общался на днях с рядом людей, которые меня спрашивали вот про те миллионы, которые в пути от Европы, то есть обвиняли, что мы обманываем. Дорогие друзья, ну, моя личная позиция, я на вебинарах стараюсь доносить максимально четкую, такую максимально близко достоверную информацию. В пути эти деньги, и более того, мы не побоимся этого слова, эти деньги будут в пути многие месяцы, каждый месяц. То есть это будет повторяющийся эффект. И тот, кто сомневается, ну, просто ожидайте, дорогие друзья. Мне нечего вам сказать. И тут мы будем следовать логике буддизма. В первый день к нам уже по завершению подошли представители Pricewaterhouse. И никто об этом не договаривался. Они сами сказали, что если у вас есть модель, была представлена модель 1 к 50, которую вот Александру Григорьевичу Лукашенко планируется или уже подарили, и ряду других президентов. Топ-менеджмент Pricewaterhouse попросили, вот у нас огромный трафик, поток именно различных компаний, которые посещают наш офис. Если у вас есть такая модель, то, пожалуйста, предоставьте нам ее в аренду или как-то, мы будем презентовать ваш проект. Но, дорогие друзья, самое интересное, что никто об этом не просил представителей Pricewaterhouse. Этим был закончен первый день. Что касается 11 мая, буквально если вкратце освещать, то, наверное, не каждая компания удостоилась именно официальной церемонии открытия и разрезания ленточки, Curtains riser, то есть разрезание именно штор в дословном языке, если переводить. И это очень серьезная привилегия для компании, и это подтвердилось тем, что о нас напечатали серьезнейшую статью на целый разворот или полразворот. Я видел эту статью, был ряд фотографий, именно не одна фотография, как, допустим, на Инотрансе, целых три фотографии, это, опять же, не заказные статьи, не как-то закладывалось в бюджет, это только доставляет радость и удовольствие от развития нашего проекта. Ну и если первый день это была разминка, адресных проектов обсуждалось не так много, то самый такой экшен начался 11-12 мая. То есть с огромным количеством людей мы проработали. И у меня еще были сомнения еще 10 мая ехать в Дхармсалу или не ехать. Но, дорогие друзья, тут, наверное, верх взяла ответственность. То, что я помню те выставки, и что-то подсказало, что интерес будет еще больше, чем в Индонезии, и в разы больше, чем на Инотрансе. Так оно и было. И мы все, это Анастасия, это Андрей, это Тимофей, замечательная команда инженеров, это наши партнеры, то есть Виньярд, это его брат, это уже как бы работники наших партнеров, которые инициировали адресный проект. Команда работала просто на ура. Ну, я могу сказать, за эти дни я просто не обедал, только завтракал и кое-как ужинали, потому что, ну, не было времени. То есть все переговоры и работа на выставках. Самый лучший наш обед это был шоколад, скай-шоколад, который, естественно, с удовольствием индийцы расхватывали. И уже во второй день я могу сказать, что были конкретные переговоры с локальными подрядчиками. Они очень сильно заинтересованы, и, естественно, не только поставлять свою продукцию, но и я в открытую говорил, что у вас будет приоритет, если будете инвесторами также наших адресных проектов. Конкретно адресные проекты родились по западной части Индии. Анастасия уже связалась, копия стоит, Виктор Бабурин и, соответственно, все необходимые лица, которые участвуют в этом процессе. Также организация финансирования планируется Бихар Батр, Бодх Гоя, Наланды, то есть это города-миллионники, то есть самые крупные это примерно 5 миллионов, самые мелкие это 2 миллиона. Очень малая площадь и очень большая популяция, очень высокая плотность населения, поэтому не выход, дорогие друзья, тот, который используют в Дели, именно вот эти вот
железобетонные массивные конструкции опор, по которым передвигается их железнодорожный транспорт, на которых находятся их автоэстакады. И, соответственно, это значительную территорию отнимает от современных городов и, я не побоюсь этого слова, уродует города, то есть превращает этот действительно благостный город, зеленый город, потому что с высоты 18 этажа своего этажа я смотрел, наблюдал, и на 26 этаже у нас Дмитрий Владимирович жил. Дмитрий Владимирович отметил, что это абсолютно зеленый город, и он расцветет, когда придет уже в полной мере технология Skyway. Очень активно нам помогали с белорусского также посольства представители, и также подводились нужные люди. Выстроена была дальнейшая стратегия и на Индию, и на другие страны, именно по сотрудничеству и взаимодействию с представителями белорусского посольства. И я могу сказать, что уже предлагают целые города делать их на основе технологии Skyway именно умными. То есть это также, вот как мы отмечали, Дхармсала, это Индор, Пхобал, Калькутта, это вот как раз западный Бенгал и многие другие города, которые желают полностью менять инфраструктуру под технологию Skyway. Но, естественно, дорогие друзья, чудес не бывает, и необходимо вначале реализовать экотехнопарк, реализовать пилотный проект хотя бы на несколько километров, и такие пилотные проекты и земля, территория под экотехнопарк у нас есть. Я видел непосредственно уже, как разложили на несколько столов проект экотехнопарка индийского, и когда Анатолий Эдуардович именно в первые дни это описывал, просто с открытыми ртами слушали наши партнеры. Уже также выстраивается на выставках, то есть это привычный абсолютно момент взаимодействия по дальнему зарубежью, сравнивая с Индией. То есть в Великобритании у нас родился адресный проект интересный вместо канатной дороги. Также в Дохе, Катар, родился также адресный проект, на который уже есть финансирование. Это как раз-таки, опять же, логика умного города. И также напоминает наших представителей Филиппин, фраза уже избитой становится, что мы искали подобный проект, который у вас есть, и, собственно, мы его нашли, уже можно возвращаться в наши страны и непосредственно начинать работу по вашему проекту. Я думаю, что реакция с Дохи, с Катара будет очень быстрой, возможно, побьет рекорд по реакции филиппинцев. Нас пригласили на ряд крупных выставок, то есть в Арабские Эмираты. Были проекты такие стандартные, как между двумя терминалами аэропорта, где-то в одном из городов Индии. И, естественно, уже закрепились отношения по созданию высокоскоростного транспорта. Все ожидают 2018 года, примерно сентябрь-октябрь, когда мы при достаточном финансировании продемонстрируем проект юнилетов высокоскоростного транспорта. То есть чуть больше 40 километров пилотный проект реально сейчас запланирован. И это проработка уже наших партнеров индийских, которые предоставили и штат, и активно помогали на выставке. Я могу сказать, что, наверное, без иностранных партнеров выставки невозможны, потому что и в Индонезии наши индонезийские партнеры помогали. Но что они понимают и что четко осознают, что, являясь сейчас первопроходцами и неся определенные затраты, далее они могут стать именно топ-менеджерами управляющих компаний, которые будут заниматься многими адресными проектами по всей территории Индии. Ну и по-быстрому, по 13 мая, дорогие друзья, это крупнейшие системные интеграторы, которые именно занимаются внедрением Wi-Fi систем, систем умных домов, которые слагаются в умные города, и они сказали, что сейчас мы будем именно логику ваших линейных городов использовать при донесении проектов, и обрадовались, потому что у них также станет больше заказчиков, обрадовались такой синергии, взаимодействию. Вот вы видите, кстати, мне задавали вопросы, когда я выложил в социальных сетях, а кто эти ребята, это сеть. Дорогие друзья, самое интересное, это не сеть, это инженеры,
Это инженеры одной из крупных компаний индийских, которые были поражены рассказом о SkyWay, о технологии, и решили сфоткаться со всеми инженерами и представителями, потому что они понимают, что вот этим они будут заниматься в Индии, как инженеры в ближайшее время. 12 мая, кстати, оговорился, естественно, не 13 мая, 12 мая, у нас родился проект по грузовому направлению, и очень такая интересная ситуация была, когда ко мне подошел мужчина и говорит: а есть ли у вас решение, чтобы примерно 50-60 тонн в час перевозить? Ну, я сказал, что есть решение до 200 миллионов тонн в год. Мы рассчитали, насколько превышает это его потребности. Он просто с открытым ртом молча взял брошюру, молча оставил контакты и сказал: пожалуйста, свяжитесь со мной, потому что финансирование уже есть, давайте обсуждать и давайте двигаться по грузовому направлению. Единственное, я сказал, что 1 июля будет продемонстрировано грузовое направление, мы приглашаем вас на экотехнопарк. Также были представители, непосредственно те, которые готовы приехать на экотехнопарк, готовы сами финансировать. Это вот C-Smart Polis, очень интересный такой партнер наш, в будущем, я думаю, активный будет. Он готов финансировать в часть тех проектов, которые будут согласованы именно в логике линейных городов. И вообще эту логику в основном сразу же мы закладываем, дорогие друзья. Ну и я не говорю о том, что хотят писать про нас диссертации в университетах. Я не говорю, что нас как самую безопасную технологию приглашают на выставку по безопасности и многое-многое другое. И подытоживая тем, что в третий день подошел очень серьезный, влиятельный человек. Это была незапланированная встреча. Наш стенд SkyWay как магнит, видимо, притянул его. И как раз-таки это человек, имеющий огромный голос и вес в индийском парламенте, сказал, что на следующем заседании, на следующей сессии всем министрам, ответственным за развитие инфраструктуры, ответственным за развитие транспорта, он обязательно донесет эту концепцию, и чтобы уже началась проработка потенциальных новых проектов. И вы видите действительно, насколько молоды наши участники, члены команды. Вот Виньерду и его брату мы сказали, что несмотря на то, что вы неделю назад узнали только о технологии SkyWay, не удивляйтесь, если вы будете заниматься этим свою жизнь. Ну и, дорогие друзья, мои ощущения, там, где я не был, Дхарма Сала, Далай-Лама, я это понял по реакции, то есть улыбка не сходила, такая вот именно благостная улыбка, такая именно открытая улыбка, добрая и действительно ту, которую не хочется убирать с лица. Анатолий Эдуардович демонстрировал ее весь вечер, как вернулись они с Виктором, с Харм Салы. И я могу сказать, что действительно произошло единение, как вот было отмечено и Анатолием Эдуардовичем, и в комментариях, логики, разума, души, сердца, тела и действий. Действий, дорогие друзья, это равно бесконечность. Ну и так как мы закладываем развитие на 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 лет вперед, и это не голые слова, это действительно то, что мы будем делать, дорогие друзья, действительно, наверное, очень символично, и я думаю, с небольшим количеством людей вообще в мире соприкасался так головой Далай-Лама, один из таких людей, это действительно гении, и это действительно лидеры своего времени, Анатолий Эдуардович Юницкий и Далай-Лама. Поэтому я могу сказать, строй SkyWay и спи спокойно, жди свои дивиденды. Это, может быть, в логике каких-то людей и присутствует, то есть логика буддизма и ожидания, но те, которые лидеры услышали и увидели все эти именно мероприятия и всю эту экшн-деятельность, все столпотворение на нашем стенде, они хотят рвать и метать и привлекать инвестиции в Индию, но, к сожалению, сейчас им запрещено это делать, но как только зеленый флаг будет дан, что-то мне подсказывает,
огромное количество инвестиций и просто поток хлынет. И мы обязательно выстроим эту систему, выстроим эту схему, потому что строй Skyway и на этот раз спасай Индию. Строй Skyway, спасай планету, дай дорогу мир Транснету. С вами Алексей Суходоев. Ну вот, собственно, мой краткий обзор на сей раз без каких-либо затормаживаний по связи. Я думаю, что наиболее такой распространенный и подробный получился. Спасибо, Алексей. Как всегда, очень интересно. Я говорю, то есть уже я не могу сказать, что я завидовал, что я не был в Индии, потому что я в это время был в Братиславе, был в Вене, был в Венеции. Вот, поэтому тоже была работа. Но здесь я, друзья, могу сказать, что точно можно констатировать, что мы с Алексеем теперь все реже и реже будем участвовать в одних мероприятиях, потому что это, друзья, уже такая роскошь. И сейчас той квалификации, которую вот Алексей обладает уже, то есть вот за эти 3 года, конечно, уровень его презентаций, уровень доведения информации, уровень общения, безусловно, он, конечно, растет очень серьезно, и я могу сказать, что за многими вещами мне уже надо тянуться, и я с удовольствием слушаю сейчас презентации Алексея и Виктора Бабурина, потому что, конечно, эти молодые, талантливые, ух, как быстро, так сказать, и самое главное, что... Возможно, включим. А, это тут реклама была, точнее, объявление по Челябинску. Вот, поэтому, друзья, тут мы времени чуть-чуть уже перебрали, но, как вы понимаете, что трудно о всех этих событиях это сказать вот так вот без эмоций, без так подробно. Вот, поэтому у нас вот то, что Алексей уже упоминал, у нас в ближайшее время конференции будут и в Будапеште в Венгрии, и в Пальма-де-Майорке, потом в Болонье, в Диксоне, в Банско-Быстрице, в Словакии. То есть намечается целый такой очень большой-большой сейчас именно аспект этих конференций, в том плане, что мне тоже задают вопрос, почему сейчас приходится так много ездить по Европе, вот Алексей по Азии, вот, потому что мы абсолютно как проект стали понятны, мы стали привлекательны, и, друзья, 1 июля вы сами увидите, как резко изменится ситуация, потому что очень многих вещей, о которых мы даже вам не говорим и не показываем, вы увидите 1 июля, и не только вы, и мы их не показываем, друзья, меня тоже тут начинают обвинять, там, что... мы какие-то скрываем, там еще, так сказать, нет, друзья, просто многие, хотя многие вещи нельзя показывать, они в закрытом режиме, просто, друзья, многие вещи, как с чего я говорил, они сейчас изготавливаются именно к 1 июля, то есть дерево целей поставлено таким образом, чтобы в одно место, в одно время были сведены очень огромное количество работ. И это, друзья, неимоверно тяжело, я уже говорил вам вот на 2 вебинара назад, когда Юницкий одновременно выполняет сотни задач, и никто, кроме него, не может сегодня, к сожалению, очень что-то дублировать или делать. Поэтому, помимо того, что Юницкий встречается с Далай-Ламой, встречается с губернаторами, встречается с бизнесменами, как вы говорите, еще, как вы знаете, он еще и ведет работу, связанную с всем, что связано с подготовкой эко-технопарка именно к Экофесту. И, друзья, то есть, может быть, что-то будет выполнено или передвинуты сроки, это потому что, я говорю, свести все в одно время и в одно место, это неимоверно тяжело. И у нас нет роскоши времени для того, чтобы все достроить, сделать, испытать, а потом уже показывать. Все идет с колес. С колес провели на транс, многие вещи с колес повезли, готовы уже непосредственно модели и в Индию, и в Индонезию. Все, что увидите в Экофесте, будет новое, потому что это только к этому времени будет закончена и подготовлена демонстрация. Это тоже, друзья, все. Но с другой стороны, это и показывает и возможности команды, которая это делает, которая замечает, и в то же время именно надежность того, что сразу по и изготовлению, и практически испытания будут проходить на глазах. Поэтому это, друзья, я говорю еще раз, неимоверно сложно. Это огромнейшая ответственность на Юницком, как на генеральном именно конструкторе, который делает. То есть вы тоже заметили, наверное, что мы с Алексеем хоть и создали и возглавляем Международную ассоциацию прикладной футурологии, но после того, как я послушал доклады, которые Юницкий сделал и
для арабов, а потом в Индии. Мне, друзья, честно говоря, стало несколько не совсем удобно называть себя футурологом, и я все-таки являюсь президентом Международной ассоциации прикладной футурологии, но я себя называю учеником футуролога, потому что Юницкий, который многие вещи описывает, мы даже не подозреваем о той концепции, о той модели, которая вообще стоит. И вот я уже завершая, могу сказать, что вот когда я делал доклад уже на европейской конференции, когда надо было за 15 минут, то у меня Франтишек потом сказал, конечно, фразу, с которой я начал, она сразу всех как бы там поставила в такое положение, когда все захотели это услышать. Вот. На что я им сказал, что вы слышали это не раз, друзья, на моих вебинарах, то есть это отточенная уже фраза, когда я говорю, друзья, вы не будете возражать, что за последние 20 лет жизнь изменилась радикально. Глупо с этим сегодня спорить, потому что мой 7-летний сынишка, который задает вопрос, а какой у тебя в детстве был интернет, я даже не знаю, что ему ответить. Так вот, мы должны, друзья, привыкнуть к тому, что за ближайшие 10-15 лет жизнь изменится еще более радикально. Причем настолько радикально, насколько вы даже не можете себе представить. А мы знаем, потому что мы не только об этом говорим, мы это уже не только создаем, а уже создали. И основы технологий сегодня существуют. Ну и как вы думаете, после такой фразы возникает вопрос о том, что интересно это или неинтересно? Ну а когда начинаешь говорить о мобильности 4.0, мобильности 5.0, о том, что происходит смена технологических укладов, и мы стоим на острие этой технологии, и мы ее показываешь уже действующий Юнибус, Юнибайк, строящуюся скоростную трассу. Все, друзья, нет, для этого 15 минут более чем достаточно, чтобы любого уровня бизнесмен, чиновник заинтересовался тем, что мы делаем. Ну вот, друзья, на этом я как раз и хотел закончить. Поэтому, как всегда, друзья, строй Skyway, спасай планету. И как вы видите, у нас это уже неплохо получается. Все, друзья, до вечера. Вечером, как всегда, в 20 часов у нас вебинар, а потом в 21 Unisky, то есть это для наших европейских партнеров с переводом. Ну, сегодня еще добавляется эстонский язык, поэтому потихонечку растем по поводу вебинара. Все, друзья, давайте всего доброго. Вот, извините за то, что чуть перебыл.